я другой, такой, скажи, не знаю, где так больно дышит человек. Будь готов, всегда готов. Эти и другие пионерские лозунги и кричалки раздавались в субботу в стенах Дома культуры села Донского. Пионерской организации имени Ленина 100 лет. Но молодое поколение Ставропольского края знает, как нужно завязывать пионерский галстук. В стенах Дома культуры села Донского Труновского муниципального округа проходит отборочный этап конкурса «Земля талантов». В этом году мероприятие посвящено памяти Ивана Андреевича Богачева. Ивана Андреевича не стало в прошлом году, но родной край свято хранит память о заслуженном работнике сельского хозяйства, председателе Комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам и продовольствию. В свое время Иван Андреевич тоже был пионером. Добрые традиции этого движения сохранились на его родине. Село Донское приняло около 300 участников конкурса талантов со всего Ставрополья, а также из Краснодарского края. Открыл праздник пионерии глава Труновского муниципального округа. Нас ждет впереди конкурс. Я хочу пожелать всем участникам конкурса, всем ребятам успехов, твердости духа, а всем присутствующим хорошего настроения и ощущения праздника. Потому что, когда приезжают и приходят гости, это праздник. А когда приезжают дети, это праздник вдвойне. С праздником вас! Приятного! Ребята соревновались в номинациях хореография, вокал, художественное чтение, изобразительное искусство. Все творческие номера погружали зрителей в далекие, добрые советские годы. Ребята от 7 до 17 лет выступали в разных возрастных категориях. Даже самые маленькие участники проявили себя как настоящие артисты. Приехали из города Ставрополь. Наш коллектив танцует номер «По секрету всему свету». Там поется в песне то, что «По секрету всему свету, что случилось, расскажу». И смысл этого номера – то, что мы каждому говорим свой секрет, а потом, например, другой рассказывает другому, как цепная реакция. Сегодня все такие красивые и нарядные. Мы уже выступили. Получилось очень хорошо и красиво. Меня зовут Алина. Я участвую в празднике и пою песню про детство и про радость. Всем желаю хорошего настроения. Сегодня с самого утра в нашем районном доме культуры царит атмосфера праздника, торжественности. Все улыбаются, радостные лица, прекрасные яркие костюмы. Все рады друг друга видеть и, конечно же, делятся своим творческим опытом. Для гостей праздника была подготовлена тематическая фотозона, где каждый смог почувствовать себя настоящим пионером. Музей округа организовал фотовыставку, где в этот день проводились экскурсии. В конце праздника награды нашли своих победителей. Ребята из разных уголков края получили заслуженные призы и подарки. Кристина Дючкова, Андрей Ищенко, Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.